Виктория была первой королевской невестой, надевшей белое платье. Она хотела, чтобы ее было лучше видно собравшимся на торжество подданным. До нее августейшие дамы венчались кто во что гораст. Особо популярным был голубой цвет, но встречался и черный. Традиционный свадебный торт Виктории и Альберта впервые был увенчан фигурками жениха и невесты. Теперь эта традиция широко распространилась. В диаметре торт достигал почти 3 метров, а весил почти 140 килограмм. Как правило, британские аристократы мужского пола обручальные кольца не носят. Специалисты по этикету утверждают, что это один из скрытых признаков, по которым они отличают своих. Принц Филипп его не носил, хотя принц Чарльз какое-то время с ним не расставался, хотя и носил его на мизинце. Принц Уильям кольца не носит, но говорит, что просто не любит драгоценностей. По правилам этикета, дамы должны приходить на свадьбу в шляпах. Публика была возмущена, когда жена тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона Саманта появилась на свадьбе Уильяма и Кейт без головного убора. Начиная со свадьбы Виктории, у всех королевских невест в букете есть веточка мирта, символизирующего вечную любовь, а по некоторым мнениям и плодовитость. В букете Кейт Миддлтон также был цветок турецкой гвоздики, который дословно переводится с английского как «милый Уильям».